Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Tecno Pop 7, и сейчас мы вместе с вами будем его первый раз настраивать. Итак, для начала мы выбираем язык. Я выбираю русский, нажимаю «Далее». Здесь мы выбираем регион и нажимаем «Далее». Теперь мы можем вставить сим-карту. Если у нас ее нет под рукой, можно пропустить этот шаг и сделать это в любой момент потом. Также мы можем подключиться к сети Wi-Fi, также если нет такой возможности, можно нажать «Пропустить» и сделать это потом в любой момент. Но я подключусь, выбираю сеть и ввожу пароль. Нажимаем «Далее». Здесь мы нажимаем «Далее». Теперь тут мы можем ознакомиться с условиями использования, политикой конфиденциальности. Нажимаем на галочку, нажимаем «Далее». Теперь здесь мы можем скопировать приложение и данные со старого устройства, но если у вас его нет или вы не хотите этого делать, нажимаем «Не копировать». Если хотим, нажимаем «Далее». Теперь мы можем войти в Google аккаунт. Для этого мы вводим телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее». И вводим пароль. Нажимаем «Далее». Выбираем, кто будет пользоваться устройством, нажимаем «Далее». Здесь мы принимаем условия использования. Теперь мы нажимаем «Ок». Здесь мы нажимаем «Принять». Далее выбираем поисковую систему. Я выбираю Google. Нажимаем «Далее». Здесь мы можем выбрать, использовать точное положение, местоположение в приложении Google Go или нет. И далее мы можем, нам показывают, как вызывать ассистента. Нажимаем «Продолжить». Здесь можно нажать «Нет, спасибо». Тут мы можем войти в Tecno ID. Я не хочу этого делать, поэтому нужно пропустить. Нажимаем «Ок». И далее мы можем выбрать блокировку экрана, настроить. Я выбираю пароль и выбираю графический ключ. Ввожу пароль один раз и второй раз для подтверждения. Здесь мы нажимаем «Пропустить» и нажимаем на стрелочку. И на этом всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.